по благословению нашего владыки митрополита Агафангела сегодня едем в город Арциз, в дом престарелых. Вы видите, что для команды «Добро объединяет» ни снегопад, ни ливень – это не есть преграда делать добрые дела. К нам в арцизское облачение прибыла гуманитарная помощь для дома-интерната, в котором находятся пожилые люди, нуждаются в нашей помощи, нуждаются в том числе и в такой помощи материальной, духовной помощи. Мы стараемся оказывать им вместе с батюшками нашего облачения. Добро объединяет нас по-настоящему, объединяет нас как верующих людей в Бога. Поэтому любить ближнего, любить наше Отечество Украину нужно не только на словах, а конкретными делами. На сегодняшний день при встрече с Одесской епархией мы очень рады, мы очень удивлены, приятно, и восприняли эту весть очень с радостью. Большое спасибо огромное, чтобы нас посетили и оказали материальную помощь. Также мы надеемся, что наши подопечные тоже еще с вами после карантина поближе. Мы бы хотели, у нас люди есть верующие, и чтобы они тоже как-то пообщались и послушали, и тоже имели от этого такое духовное творение. С Божьей помощью, слава Богу, и спасибо Господи за вашу помощь, за то, что сегодня нас посетили. Спасибо, Господи. Уже конец дня. Мы выполнили благословение владыки митрополита. Вы видите, что уже снег растаял в этом регионе, но, к сожалению, со снегом растаяли и дороги.